и, не успел я оглянуться, как вдруг, уже стою в рядах. Подумал, это сон, вдруг слышу, не спать в строю, равняйсь, солдат. Кажется, я попал. И стал похож на клопа-солдатика, из вида обыкновенных наземных клопов, семейства красноклапов. Данный вид распространен по всей Палеарктике, от Атлантического побережья Европы и Северной Африки до северо-западного Китая, а также в США, Центральной Америке и Индии. Солдатики предпочитают селиться на участке, где есть скрытые места. Они обнаруживаются на солнечной стороне. Издубленные места обитания – нижняя часть старых заборов, пни, ствол дерева, поленница. Они просто обожают скапливаться, и часто создают собой красные полянки. Встречаются с марта по октябрь в траве, кустах и на стволах деревьев. Размер клопа от 9 до 11 мм. Окраска черная, передняя спинка и надкрылья с красным рисунком. Глаза красные. Задние крылья, как правило, отсутствуют, но встречаются исключения. Ротовая полость у солдатика – это колющий сосущий орган, хоботок, который при пассивности находится в горизонтальном состоянии. Им он орудует, когда хочет пронзить оболочку растения или плода, покровы мертвых насекомых, и высасывает из него сок. Клопы-солдатики поедают пыльцу, фрукты, соки и семена у произрастающих рядом растений. Кроме того, в рацион их питания входят членистоногие и другие беспозвоночные, такие как черви и улитки. Иногда живут и охотятся в коре деревьев. Из зимней спячки выходит в марте. Количество особей в скоплении после теплой зимы может достигать сотни. Во время спаривания самец и самка прикрепляются друг к другу задней частью туловища на длительное время. В такой позе они находятся от нескольких часов до 7 дней. Это не дает самке совокупляться с другими самцами группы. Яйца откладываются в апреле-мае, и изначально они прозрачны, имеют некоторую белесость или перламутровый оттенок и правильную форму овала, но краснеют к моменту выхода личинки. Продолжительность развития яиц – от 6 до 16 суток. Кладка самками солдатиков происходит в растении, которым она кормится. Часто можно заметить яйца в старом дереве, трухлявом пне, даже в полуразрушенном заборе. За один присест самочка может отложить до 40 яиц, из которых уже через неделю появятся новые особи. После появления из яиц, вредители начинают активно питаться. Как и взрослые особи, они уничтожают растения, поражают стволы деревьев, ветви. При этом насаждения вянут, перестают расти. Урожай уменьшается, а испорченные плоды нельзя употреблять в пищу. Если клопов много, то листья быстро становятся коричневыми, опадают. Солдатик считается опасным и для растений, которые выращиваются в домах, квартирах.
Если случайно принести таких насекомых на территорию жилого объекта, они быстро размножатся и будут уничтожать домашние цветы. На зиму солдатики прячутся в почву, под камни, в засохшую растительность и кору деревьев, где также группируются в скопления. Нередко проводят зиму в сараях и подвалах домов. К естественным врагам клопов солдатиков относят птиц, пауков, летучих мышей и богомолов. Однако, защитное выделение отпугивает некоторых насекомоядных птиц, таких как синицы. В Северной Америке на солдатике был обнаружен клещ длиной меньше миллиметра. Но не стоит бояться этих клопов. Если вы возьмете его в руки, то ничего, кроме неприятного запаха, на коже не останется. Этот жук не сможет защититься. Поэтому следы укусов после контакта с ним не появляются. Кроме того, солдатики не относятся к паразитам, они не питаются кровью, поэтому нападать на людей у них нет причин. Продолжительность жизни солдатика от 6 до 12 месяцев. Маловато будет. Поэтому давайте ценить свою жизнь и направлять ее на познавание нового. С вами был Велес. До новых встреч, подписывайтесь и следите за новыми чудесами природы на нашем канале.